Знакомьтесь, город Тамисаари. Шведское название Эгенес. Это часть муниципалитета Раасепори. Именно здесь, в окружении островов архипелага, в курортной зоне расположен кампус университета Новия, где учатся студенты специальности Sustainable Coastal Management. Этот город был выбран неспроста, ведь именно здесь, как нигде, видна необходимость баланса жизнедеятельности человека и охраны природы. А положительный опыт муниципалитета помогает понять практичную сторону решения возможных проблем. Да и жить здесь – само удовольствие. Находится город Тамисаари совсем недалеко от столицы Финляндии Хельсинки. Всего чуть больше часа езды на поезде или автомобиле. Примерно такое же расстояние и до другого крупного города Турку. Совсем рядом еще один знаменитый городок Ханко, который имеет доступ к открытому Балтийскому морю. Студенческая жизнь в Тамисаари – это далеко не только учеба. Тем более, что часто в Финляндии занятия занимают по 3-4 часа в день, а пятница так вообще практически всегда в полном расположении студента. Поэтому и личного времени предостаточно, а весело и полезно использовать его здесь не проблема. Естественно, главная ценность Тамисаари – это море, пляжи и природа, которая окружает город. Пляжный отдых в теплое время года – излюбленное времяпровождение жителей этого города. А если надоело валяться на пляже, всегда можно поехать на барбекю. Тем более, что практичные финны организовали огромное количество мест для этого, где уже все подготовлено. Остается только проявить свое кулинарное мастерство. Согласитесь, барбекю в окружении такой природы – само удовольствие. А наличие автомобиля поможет найти все больше и больше таких мест. Кстати, об автомобилях. Как и почти везде в Европе, стоимость транспортного средства здесь на порядок ниже. Цены на подержанное авто начинаются от 1000 евро. При этом оно будет в отличном состоянии, чем не вариант для студента. Также в Тамисаари налажена отличная велосипедная инфраструктура. И этот вид транспорта очень популярен среди жителей города всех возрастов. Поэтому возле каждого здания, естественно, есть велопарковка. Вообще, Тамисаари очень спортивный город. Помимо возможности занятий спортом на открытом воздухе, здесь работают несколько спортивных клубов, и в каждом студенты имеют солидную скидку на абонемент. Любителям футбола скучать также не приходится. Город имеет профессиональный клуб Экинес ИФ, который играет во второй лиге, аналог ФНЛ. Более того, в ваших руках возможность доказать, что вы достойны профессионального контракта. Ну а аматоры имеют шанс выбирать между двумя любительскими клубами, чтобы играть в удовольствие, но в то же время иметь соревновательную практику. Совсем недалеко от города находится величественный замок Раseborg. Именно в его честь был назван муниципалитет. Это место как магнит притяжения для любителей старины и истории. Да и сам Тамисаари, он же Экинес, имеет тысячелетнюю историю. Здесь же, в кампусе Раseborg, учатся студенты еще нескольких специальностей, которые преподаются на шведском языке. Поэтому найти себе компанию будет совсем не проблема. Так что студенты программы Sustainable Coastal Management получат не только современные знания, но и в полной мере насладятся жизнью в Финляндии.